Стоматолог назвал лучшие жвачки от кариеса. Вокруг темы жвачек ходит много разных мыслей. Кто-то говорит, что жвачки вредны, ведь они действуют на организм, как полноценный прием пищи. А кто-то уверен, что жвачки способны спасти от кариеса и освежить дыхание. Но есть и те, кто вообще не задумывается об их минусах и плюсах, а просто жует, потому что привык. Но на самом деле существуют разные жвачки, есть полезные, а есть те, которые плохо влияют на здоровье наших зубов и организм полностью. Стоматологи распределяют жвачки на плохие и красивые, итак, полезные жвачки – это не миф. Надо только знать, какие именно можно покупать. Обычные жвачки с сахаром, по словам Яна, это зло. И все жвачки со вкусами имеют сахар, который не только не имеет ни одного противокариесного эффекта, но еще и может спровоцировать кариес. Но есть и полезные жвачки, и для того, чтобы понять это, вам нужно знать только один ингредиент, который должен содержать жвачку от кариеса. Жвачки без сахара улучшают пищеварение, способствуют выделению желудочного сока. Жвачка с ксилитом – лучший выбор, потому что кроме свойств бессахарных, она является идеальным средством для профилактики кариеса, рассказывает стоматолог.